Международный саммит Дедов Морозов прошел в городе Елизово в среду, 5 января. Участниками новогоднего саммита стали Деды Морозы из разных стран. Дун Чен Лао, Дедушка Мороз из Китая, Зюзя из Белоруссии, Йолупуки из Финляндии, Синтеркласс из Голландии, итальянец Бабо Натали, Даидина Нолаик из Ирландии, Пернуэль из Франции, Увлин Увгун из Монголии и Санта-Клаус. Возглавил саммит учредитель резиденции Великого Устюга, любимица детей России Дед Мороз. Каждый из участников саммита рассказал юным горожанам о новогодних традициях своей страны. Мне очень приятно было познакомиться с камчатскими детками. Молодцы такие, активные, дружелюбные, золотые детки просто. Желаю вам монгольского терпения, чтоб скакали вы всегда строго к намеченной цели своей, и все у вас получалось. С наступившим вас! В Китае есть такая примета. Добрые духи всегда охраняют добрых людей. У вас на Камчатке здесь очень много добрых и хороших людей. Поэтому пусть с вами всегда будут наши добрые духи. Гости праздника участвовали в игровых, песенных и музыкальных конкурсах. И дети, и взрослые остались в невероятном восторге. Пришли с детьми гулять, отдыхать. Хорошая погода, хорошее настроение. Очень весело, молодцы. Молодцы, что делают эту программу. Просто молодцы. Очень хорошее, нам понравилось. Все улыбаются. Дед Морозы, и елка, и организация. Чудесная программа, вообще Деда Мороза просто, костюмы, аниматоры просто молодцы, дети, вы видите сейчас. Фигурочка просто красавица. Да, все красавицы, здорово, спасибо большое. Кульминацией праздника стал большой хоровод вокруг елки. А после новогодней дискотеки маленькие гости праздника получили сладости от международных Дедов Морозов.